Уважаемые друзья, мы коллектив Черкесского образовательного центра имени Омарова приняли эстафету от нашего имама Абдул-Хаджи Ацаева и купили для центральной мечети селения Черкей эти часы, собрали определенную сумму за короткий срок. И передаем эти часы помощнику имама селения Черкей Наибу Джамалдинову. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Аллах разилаги хаб машкидатли хаб. Садак Абура школда аварга алейхи саляту вассаляму су хадис буха чихун хадусан диле накхи худ улит хаб гожу бугиле цо бугиле у эбелин сул накхи таратлик атлимир цоги бугиле мунфаат буги б ильму едун гос садак атун жарият ки бугиле хайгат алла чихун хадусан ги халд улбук унюха ханчал саад иншау рахман масшида тубан буги азаманал сенги халда акал табур шинчиасы Аллах сенги ятлук кирип калиха Аллах с кинезу баракат лезбеги, Аллах с тенги ильму гитлеги, ильму рекара амал гитлеги кинезугу, Аллах рейслеги. Нижерчик аб сайтле сул центра сул муалим забаз. Кудияб кумек хабуна, нитлер бостал кудияб мажгиталда базы саат восилле. Нижрох харал, вачу хараруго, хедна кумек хабиз ищу ялдаса. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Уважаемые братья и сестры, как известно, у нас в селении проходила благотворительная акция «Продукты в каждый дом» под эгидой фонда «Инсан». И коллектив образовательного центра имени Омарова тоже изъявило свое желание участвовать в этой акции. Поскольку было задумано провести акцию в виде эстафеты среди предпринимателей села, им было предложено приобрести настенные часы для нашей центральной джума-мечети, которые показывают время азана. И они радостно приняли наше предложение, и на собранные ими средства эти часы были куплены. Иншааллаху рахман, пока эти часы будут висеть на стене нашей мечети, и пока муаззин будет смотреть на эти часы и читать азан, каждый, кто участвовал в этой акции, получит свою долю от Всевышнего Аллаху Та'аля в виде награды. Да не перестанет читать азан с минарета нашей мечети. И пусть Всевышний Аллаху Та'аля ниспосылает благодать на наших братьев и сестер, на их дети, семьи, дома. Пусть благодать, баракат не покидает их. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.